Молодые и взрослые жители региона смогут принять участие в эколого-просветительской экспедиции «Компас Байкала». Она стартует в конце июня. Участники проекта будут исследовать антропогенную нагрузку на побережье озера в Ольхонском районе. Иными словами, то, как человек влияет на флору и фауну. Регистрация участников проекта уже началась. Столь ранняя запись только на руку волонтерам. У них есть время подготовиться, ведь от добровольцев потребуется отличная физическая форма. Ежедневно в течение полутора недель участники будут преодолевать по 12-15 километров. По ходу маршрута добровольцам предстоит нанести на карту места дислокации туристов, палаточных лагерей и несанкционированных свалок. Кое-где придется поработать, убрать мусор. Кроме того, волонтеры будут рассказывать отдыхающим об экологических проблемах и правилах поведения на природе. Так что если вы не боитесь трудностей и длительных переходов, то смело можете записываться в экспедицию. Организаторы предоставят транспорт, основные продукты питания, хозпринадлежности и экипировку.